Так, друзья, это видео посвящено непосредственно косметическому состоянию 500-х МА. Итак, скажем так, в общем и целом, вот здесь вот у нас есть сбитый угол небольшой, опять же. В общем и целом, вот до сюда у них состояние, в принципе, на четверочку-то тянет, а то может быть даже и 4 с плюсом. Ничего такого критичного, категоричного нет. Но, о боже, да, здесь сверху, конечно, я не знаю, что с ними сделали. Или на них что-то поставили, таскали, или их перевернули, кверх тормашками прокатили. Но благо здесь пленка. То есть, в общем и целом, это такое предложение будет для человека с руками, скажем так. Либо не замороченного сильно на внешке, но желающего по приемлемой цене получить достойный уровень звука. Обе поверхности, верхние, с такими вот характерными следами царапин. Такое ощущение, что колонки просто были перевернуты и их елозили по полу. Но опять же говорю, здесь пленка, то есть по большому счету эту пленку срезать, поменять, это все возможно. Что касается сетей. Одна сеточка у нас имеет вот здесь вот лохмотья по низу с уголка. Вторая сетка. Ну, тут что тут? Тут можно сказать, что ничего. Есть дырка. Вот такая дырка. Палец не лезет, но дырка есть. И вот здесь есть потертость. Ну, друзья, не всегда, к сожалению, получается покупать идеальное состояние. Опять же, не всегда фотографии, которые японец предоставляет, отражают реальное состояние. Что поделать? Все будет учтено в цене, так что, кому интересно, милости просим. Да, что касается окисления на корзинах, это все убирается. Буквально пару часов на обе колонки, и можно до зеркального блеска отполировать. Я решил этого не делать, но в силу того, что у меня нет опыта и возможности решить вопрос с верхними панелями, и я так прикинул, что все равно человек, который вас заинтересует данная пара, ну, он будет с руками, так сказать, и готовый позаниматься, поэтому это для него будет не проблема. Лучше пускай будет цена максимально невысокая для тех, опять же, у кого есть возможности, желание проявить творческий подход.